Распродажа телевизоров в ценоломе. Телевизоры с выходом в интернет от 10 999 рублей. Ценолом. Современный телевизор в каждый дом. Строительство железной дороги Кызыл-Курагино начнется в конце августа. Об этом заявил на брифинге в среду, 17 апреля, вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Тува – один из немногих регионов России, где нет железнодорожного сообщения. В мае прошлого года между Росжилдором и Тувинской энергетической промышленной корпорацией было заключено концессионное соглашение на строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино. После организованного по инициативе премьера Тувы под председательством Дмитрия Медведева совещания федерального правительства по социально-экономическому развитию республики замороженный проект сдвинулся с мертвой точки. В апреле этого года с РЖД подписан договор генерального подряда. Проект переходит на стадию реализации. Инвестиции в проект составят более 126 миллиардов рублей. По последней информации, уже к концу лета начнутся активные строительно-монтажные работы, отметил ТАСС вице-премьер. Он добавил, что в пятницу 19 апреля в Москве встретится с инвестором проекта. «Будем обсуждать все необходимые действия, чтобы этот проект начал активно работать», подчеркнул Сергей Верещагин. Строительство железной дороги включено в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», объединяющий Красноярский край, Хакасию и Туву. Проект реализуется с 2011 года. За это время из-за финансовых проблем был построен только 1 километр дороги. Протяженность новой однопутной линии составит 410 километров. Строительство будет вестись в гористой местности, что потребует прокладки 8 тоннелей общей длиной 11 километров. Возведение 127 мостов протяженностью около 16 километров. Движение поездов по дороге будет осуществляться на тепловозной тяге. Внесен законопроект об ужесточении наказания за совершенные в нетрезвом виде ДТП. Для водителей, которые сели за руль в пьяном виде и стали виновниками ДТП с жертвами, предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Законопроектом предлагается внести изменения в статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление до 4 лет. Если в ДТП, которое совершил пьяный водитель, погиб один человек, то наказанием станет от 5 до 12 лет лишения свободы, по действующему законодательству от 2 до 7 лет. В случае гибели двух и более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, по действующему законодательству от 4 до 9 лет. Активная циклоническая деятельность, наблюдающаяся на территории Урала и Сибири, которая в ближайшие дни обеспечит регионы обильными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом предупредили в Гидрометцентре России. 17 апреля уральский циклон переместился восточнее. Ненастная погода ожидается в Западной Сибири, однако помимо осадков, жителям стоит подготовиться к значительному похолоданию. У границы с Монголией осадки временно прекратятся. Центральная и южная части Красноярского края окажутся в теплом секторе циклона. Температурный фон пока будет превышать норму на 2-4 градуса, но ненадолго. В Омской области снег, в Хакасии сильные осадки, усиление ветра. На большей части территории Урала и Сибири станет холодно, однако к выходным, начиная с севера, температурный фон начнет повышаться. В конце рабочей недели сильные осадки на востоке Сибири сохранятся. В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии, Тувы резко похолодает. Температурный фон понизится на 5-7 градусов. Если днем 18 апреля там плюс 7, плюс 12 градусов, то 19 апреля уже чуть выше 0. На юге Урала ночью ожидается минус 8, минус 3 градуса, днем плюс 4, плюс 9 градусов, рассказали в Гидрометцентре. Кроме того, Федеральное управление автодорог Енисей информирует о возможном осложнении дорожной обстановки в ближайшие сутки на федеральных трассах Красноярского края, Хакасии и Тувы в связи с дождем и мокрым снегом, понижением температуры и сильным ветром. Более 300 единиц спецтехники мобилизировано для борьбы с непогодой на федеральных автодорогах Р-250,
Р-57 «Енисей» и Р-255 «Сибирь». В настоящее время движение на трассах осуществляется в штатном режиме. Однако в Новосибирской области закрыты для движения пассажирских автобусов федеральные автомобильные дороги Р-255 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт». Причина – сильный боковой ветер, дождь, снег, ограничение видимости. В текущем году продолжится реализация мер социальной поддержки семьям, имеющим 5 и более детей, проживающим на территории республики. Семьи, имеющие 5 и более детей в возрасте до 18 лет, проживающие в частном жилом секторе Кызыла, могут претендовать на получение угля, а это чуть больше 2 тонн, и оплату электроэнергии. При себе необходимо иметь оригиналы и копии следующих документов: паспорта родителей и несовершеннолетних детей старше 14 лет, свидетельство о рождении всех детей, документы, подтверждающие владение, пользование членами многодетной семьи домом, справку о номере лицевого счета для оплаты расходов за потребленную электроэнергию, выданную поставщиком. За получением социальной поддержки один из родителей многодетной семьи может обратиться в Департамент по социальной политике мэрии Кызыла. И о курсах валют: доллар стоит 63 рубля 94 копейки, евро 72 рубля 36 копеек. Девятнадцатого апреля Центр оформления земли и недвижимости «Азимут» проводит День открытых дверей, консультации по земельным, кадастровым, имущественным и юридическим вопросам. Совершенно бесплатно. Улица Кочетова, 95. Телефон 30609. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В минувшие сутки в полицию Кызыла поступило сообщение о том, что из окна квартиры, расположенной на втором этаже по улице Дружбы, выпал 3-летний мальчик. Пострадавший ребенок госпитализирован в медучреждение. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в момент несчастного случая мальчик находился дома с 14-летней сестрой. Родители детей находились на работе. 3-летний ребенок самостоятельно взобрался на подоконник и выпал из окна, которое было открыто. Во избежание несчастных случаев с несовершеннолетними МВД региона в очередной раз призывает взрослых быть внимательным к детям. На территории города Кызыла в текущем году зарегистрировано 3 несчастных случая, связанных с выпадением детей из окон. Один из малышей погиб. В основном несчастные случаи происходят в результате недостаточного контроля со стороны родителей, либо же других взрослых лиц, которые находились с ребенком. Чтобы не допустить подобных несчастных случаев, необходимо родителям постоянно осуществлять контроль за малолетними детьми, ограничить доступ к окнам, а также не оставлять детей без присмотра даже на непродолжительное время. Глава Тувы поддержал идею регионального Миноборнауки о создании передвижных лабораторий по физике, химии и биологии для школ, не имеющих профильных кабинетов. Министерство обратилось к правительству с просьбой разрешить приобретение микроавтобуса УАЗ-2206 для использования его в качестве такой лаборатории. Она будет обслуживать 5 малокомплектных школ Чедихольского района, где нет оснащенных необходимыми приборами и инвентарем для практических занятий кабинетов химии, биологии и физики. Уроки по этим предметам будут планироваться в этих школах с учетом времени, которое потребуется автолаборатории, чтобы добраться до них. Стоит отметить, что придуманным в Туве проектом передвижных лабораторий заинтересовалось Министерство просвещения России. Информацию о нем федеральное ведомство распространило по своим каналам среди регионов страны, как заслуживающее внимания начинание. По словам авторов проекта, специалистов Миноборнауки Тувы, у них уже появились последователи. В частности, в соседней Бурятии, где в школах также не хватает лабораторного оборудования, хотят организовать свои лаборатории на колесах.
Первая российская вакцина для профилактики сразу 5 заболеваний – дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита Б и гемофильной инфекции – получила регистрацию Минздрава России, сообщила пресс-служба Национальной иммунно-биологической компании. Первая отечественная пентавакцина 5 уколов в одном получила регистрацию Минздрава России по результатам клинических испытаний, говорится в сообщении. Безопасность и эффективность вакцины были доказаны в ходе исследований, уточнили в пресс-службе. Ранее для вакцинации от 5 заболеваний приходилось делать несколько отдельных уколов. С появлением на рынке нового российского препарата потребуется всего один, отметили в пресс-службе. В прежние времена хозяйки для уборки знали только одно средство – это обычное мыло. Оно и в пир, и в мир, и для хлопка, и для шерсти, и для детских вещей. А уж отстирает или нет – вопрос. В наше же время выбор средств для стирки значительно расширился. От стиральных порошков до моющих средств, способных удалять даже самые стойкие загрязнения. Разберемся, как подобрать правильное средство для стирки и где можно все закупать, чтобы бюджет не лопнул, как мыльный пузырь. В первую очередь, перед покупкой порошка или геля определите тип ткани у вещи. Это поможет правильно подобрать подходящее средство. По своему назначению гели и порошки бывают универсальные для всех видов тканей, специальные для цветных, шерстяных и шелковых вещей и для детской одежды. Лучше всего иметь несколько средств для разной одежды. А для того, чтобы после стирки вещи были мягкими, легче гладились, не электролизовались и приятно пахли, в дополнение к средству для стирки приобретайте кондиционер для белья. Для экономии расхода кондиционер-концентрат. И еще при машинной стирке применяйте специальные вещества, защищающие технику от накипи. Так вы значительно увеличите срок службы стиральной машины. А где же все это приобрести? И шампунь, и гель для стирки, и кондиционер? Ответ – в специализированном магазине «Химтоп». Здесь огромный выбор специализированной продукции, в том числе и гипоаллергенной, японского и европейского производства. «Химтоп», Аюна Курседи, 103/2. По республике облачно, с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь. Снег, мокрый снег, днем местами небольшой снег. В Кызыле облачно, с прояснениями, ночью небольшой дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 метров в секунду, порывы 20-25 метров в секунду. Пыльная буря, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем плюс 20-22 градуса. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.